Здравствуйте, дорогие земляки! С вами говорит доктор Альберт Пинхасов. Я уроженец города Намангана, а в настоящее время я являюсь заведующим кафедрой молекулярной биологии в университетском центре Ариэль, а также заведующим центра по исследованию головного мозга. В наших лабораториях мы исследуем причины возникновения нервных заболеваний, а также методы и новые лекарства, при помощи которых мы можем эти заболевания лечить. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за ваше согласие встретиться с представителями нашего университета. Наш университетский центр находится в центре Самарии, столице Самарии, Ариэль. И у нас в центре учатся очень много представителей бывшего Советского Союза. И существенное место среди них также занимают выходцы из Средней Азии. Бухарская община в Израиле занимает особое место. Очень много политиков, научных работателей и деятельные искусства вышли из нашей общины. И в то время, когда наша страна и наша академия испытывают очень много проблем, когда различные проарабские организации пытаются и бойкотировать нас, и мешать нам продвигаться с нашими научными достижениями, особенно приятно и тепло видеть и слышать, что и знать, что бухарская община Америки с нами помогает нам, и для нас это очень важно. Еще раз хочу поблагодарить вас за вашу помощь, и был бы с большим желанием рад видеть вас здесь, в нашем университете. Спасибо за внимание.